Привет-привет всем! Меня зовут Юлия Жукова. Я сегодня хочу поговорить об усталости. У всех у нас когда-то начинают опускаться руки. Мы не знаем, как дальше двигаться. Мы можем топтаться на одном и том же месте и не знать, как из этого выбраться. Но есть некоторый небольшой тест или тренинг, называйте его как хотите, который займет у вас буквально 3 минуты, после которого вы обречены, скорее всего, на успех. Смысл этого тренинга состоит в том, чтобы взять часы и засечь 3 минуты. Вы можете взять песочные часы, будильник, можете поставить секундомер на телефоне, но обязательно 3 минуты должно быть на нем. И в течение этих 3 минут вы можете плакать, рыдать, кричать, причитать, какая я несчастна, рвать на себе волосы, истерить. Одним словом, просто-напросто выпускать из себя пар. Но на 4-й минуте вам нужно заканчивать кричать и браться за работу. За ту, которую вы не хотели. Это вы можете, раздавали листовки, лопаты, ту взять, продолжать, в общем, работать. Если вы в бизнесе находитесь, то открывайте свой бизнес, продолжайте брать телефонную трубку, звонить своим кандидатам, или же продолжать разговоры, которые были начаты, открывать социальные сети и продолжать работать. Я уверена, что данный тренинг, конечно, в частности, скорее всего, подойдет любой девушке, которая попервой может рваться буквально на части. Сделайте так, и я думаю, что вы будете довольны результатом. А если я была вам полезна, прошу поставить лайк и подписаться на мой канал. Всего доброго вам!